То есть нет какого-то серьезного прогресса. Кальвареза я в состав вам озвучу. Стефано Алазио. Резервный судья Марко Пичинини. Палом. 17 месяц отстает от Спала всего на 2 балла. 21 очко у Болонии, у Спала 23. В таблице команду Гаттуза. Сегодня Интеру нужно победить. И номер Лаутаро Мартинес. Первая атака Интера. Прострел в штрафную. Марио. Номер Паскуале Скиатарелло. Шестой. Симона Миссироли. По краям. Давайте эту атаку Спала посмотрим. Дальний удар. Спокойная ситуация. Контролирует. Чем против Айнтрахта. Сегодня в запасе у Интера остался, помимо Шкринера, Д'Амброзио. С матчем против Айнтрахта нет в старте Борхи Валеро. Каций. Вот, по лицу попал, да, действительно, отмахнулся питание. С общим счетом 5-0. Пикари, прострел в штрафную, Флоккари. Тут 4 игрока Интера. В общем, настоящий Санта-Барбара. Возможно, летом он команду покинет. Подача, Ханданович на выходе играет. Пропустив 2 быстрых мяча. Лаутаро Мартинес. А само подача в штрафную на выходе. Играет. Подача Шведой в штрафную. Левый фланг. А само прострел. Лаутаро скидывал мяч. А вот и дальний удар от... в 5. И питание, конечно, не Месси. Он в одиночку там троих накрутить не может. Преимущественно зоны защищается на стандартном положении. Интер, отскок. Опасно было. Седрик. Подача. Лаутаро. Выше. Ну, Седрик здесь явно первый на мяче. А вот и фол. Ну вот разбегаются футболисты Спала. Жать в Турцию. Флоккари на газоне. И питание. Валотти, прострел. Мирандович была адресной. Выполнял ее Бонифаци. А питание... Момент у питания. Спал смело идет вперед. Еще одна атака. Прострел от... Эпизод заигран. Куртич. Подача. Лаутаро Мартинес сейчас. Момент опасный. Удар. И подача неплохая, но... Что сейчас сделал? Штрафной. Летано с левой ноги. Попадает в стенку Филиппе. Даль позволил мячу пролететь мимо себя. Работал на матчах серии А. То есть у главного судьи момент. Лаутаро! 1-0! Он забивает. Третья попытка аргентинца. И вот он гол. Шестой в этом сезоне, в 20-м матче. Бежит Жан Пауло Кальварезе смотреть повтор этого эпизода. Да, возможно, была игра рукой, вы знаете. Но все заслужено. Спасибо системе. Куртич подает. Филиппе что-то непонятное здесь сотворил. Седрик. А Самоа. Удар выше. Кейта, кстати, тоже не совсем здоров, но я думаю, что если нужна будет его помощь во втором тайме. Лацари у Спала. Ну, в общем, из разряда не воспал. Бильярдини открывается, подача. Неточная. Чисто в мяч играет Де Фрей. Кто на подборе? Важно. Гильярдини головой скинул мяч в штрафную, но...
конечно же, опасный момент может сейчас возникнуть. Передача под удар. Бьет в касание питания после передачи. Да, вы знаете, если Брозович... Седрик. Дальберт. Самоа. Разыграли. Болоти. Куда там мяч попал у Кондрея в руку? Подача с углового. Куртич опасно. Да, Интер мог сейчас пропустить. Для выезда. Такого сложного, да, выезда в гости к топу. Поле провел. Стадион ему аплодирует. Пидес, центральный нападающий. Лучано Спалетти, главный тренер. Состав спала. Бесурья по микрофону Эльвин Керимов подает штрафную Дальберт. Теряет мяч. Пока вот так и спал. Флокари. Нет, Дефрейх. Мяч. Ничего себе, ошибка какая. Дальберт. Нет. Наткнулся на... Ну вот, собственно, игра. Локари тащит мяч. Нет. Да, во втором тайме пока Интер... Самый острый игрок в составе миланцев. Кондрева, Марио. Следующий матч он пропустит. Да, да, грубый фолк. А... Удачный для Интера Гильярдини сыграл на Кондреву. Кондрева, Кондрева, Кондрева. Ну-ка. Кондрева уходит от Бонифации, падает. Если не даешь пенальти, то показывай желтую за симуляцию. Будь добр. Лаутаро Мартинес, подача. Очень редко выходит на поле. Я надеюсь, все поняли, да. Фанаты Бьюи не стоит обижаться. Фарес. Андрева. Передача на Лаутаро Мартинеса. Тут берет паузу. Политано 1-0. 67-я минута. Интер забивает. Матео Политано в сезоне. И передачу в этом сегодня в чемпионате сделал. Ну и вот его четвертый гол. До этого Политано забивал в домашних матчах. Передачи Дальберта. Подбор за хозяевами. Гильярдини сыграл на Лаутаро. Красиво пяткой. Седрик уже штрафной простреливает. Некому эту передачу замкнуть. В летнем возрасте тогда о нем говорили как о восходящей звезде. Милана, ну что... Надо полагать, что Квадва само вернется, да, и будет играть через Хандановича. Самир весь второй тайм отдыхает. Он, кстати, и бейсболку на... Андреев опять далеко мяч отпускает. Что ж такое-то? Важно очень лишиться. Седрик подает. Там без вариантов. Мячи. А вот и шанс. 2-0, 2-0. Это Гильярдини. Все-таки взяли напором. Забили со стандарта. Еще одна попытка. Даже через Фокари мяч. Квадва самого переместился на левый фланг защиты. А слева впереди играет сейчас... Э-
немножко мне точно.